Вот один из тех абитуриентов, который поступал 5 лет тому назад, это моя дочь. Она прекрасно закончила, получила диплом. Я думаю, ей бы, наверное, бы хотелось бы что-то сказать в адрес своей сестренки двоюродной. И она, наверное, может сказать. Хотелось бы послушать мою дочь, Шахвар. Пожалуйста, Шахвар, тебе слово. Налейте ей, пожалуйста, если вам не трудно, лимонада. Ну, шампанское еще рано ей пить, конечно. Тамада. Он не видит. Делай то, что говорит тамада. Ясно. Чтоб потом не получить. По мозгам. На, читай. Валиточка. Налей им. Знаешь, налей. Вот все, что говорили сегодня, да, это... Сестра Лёня, любимая. Все. Все эти слова не перебивай, когда говорят старшие. Внимание. Вот именно. Да, точно. Да. Валикочка, вот ты знаешь, я присоединяюсь ко всем словам, которые были сказаны в адрес твоих родителей, в адрес тебя. И все же я твою команду, вот сегодня обращаюсь не только к тебе, я обращаюсь к Гафуру, я обращаюсь к Азизе, я обращаюсь к Шахнозе, который нет сегодня с нами. Вот. И кто еще здесь? Тоже, да? Фатима, мы не познакомились, к сожалению. Вот. Я могу вам сказать одно, что студенческие годы – это самые интересные годы, понимаешь? Вот, начиная с сентября у тебя уже начнется совершенно другая жизнь. Ты уже будешь чувствовать себя взрослым человеком, который отвечает за свои поступки. Плюсов много, есть и минусы. Конечно, нужно будет учиться. Делать так, чтобы ты стала действительно хорошим юристом, чтобы ты стала таким юристом, чтобы который... Дядь Толик мог сказать, вот это моя дочь, она тоже юрист, и чтобы ему было не стыдно за то, что, скажем, некачественный юрист, чтобы получился из себя хороший юрист, квалифицированный, ладно, юрист? Вот. Такой вот момент. Еще хочу сказать, что теперь у тебя будет своя статья дохода в твоем бюджете. Теперь ты будешь получать стипендию, да? Сколько у тебя будет стипендия? 2 с чем-то, да, теперь уже стипендия повысилась. И вот сегодня я обращаюсь при свидетеле, хочу обратиться за то, с таким предложением, чтобы первую стипендию Малика израсходовала. Тетя Гуль, что вам нужно? В пределах 3000, что вам нужно, тетя Гуль? Не, ну хайну скажите, не стесняйся. Счастье надо? Ну давай делать так, чтобы ты была счастливая, ладно? И если ты будешь счастлива, наверное, будут счастливы твои родители, хорошо? За вашу учебу и чтобы действительно эти годы студенческие, они были веселыми для вас, хорошо? Спасибо. Юра! Thank you.
Мечта ее сбылась. С сегодняшнего дня уже она является студентом очного отделения юридического факультета страны. И плюс к этому наш самый близкий друг Миша, который сегодня перед отъездом. Девочки, тихо. Я эту семью уважаю уже в течение 20 лет, потому что первый день, когда я переступил порог прокуратуры,
приказ таковой, который дал мне право подписывать по Рязанбасовичу, Абдыхалик Заде. Это фамилия славная носит и Салатов. Спасибо. С первых дней, когда я приехал в Самарканд, стал близким другом Акбарака. Вот сегодня, когда я узнал, что ваша сестра, принцесса этой семьи, для меня как будто уже сказали, что это моя родная семья. Самые близкие мои. Поэтому сегодня и рад стала для меня. И маленький, и... Потеряна, да. Ваша... Я хочу сказать одно, что сегодня над небом этого дома сияет звезда славы. Чтобы эта звезда славы сияла навсегда за эту семью, за друзей этой семьи. Дети. И кто здесь присутствует, я желаю всем, чтобы их дети тоже минимум поступили в Самаркандский госуниверситет, а впереди Гарвардский университет дипломатии. Ира. За удачу! Thank you.
Yeah.
Thank you.
Домона Ханасан. Йокман. А сейчас будет Катю говорить, да? Я не понял, что. А ты его будет топить, что ли, сам? Раз, да? Но прежде всего, дети дорогие. Дети, тихо. Дети, вы знаете, мне очень приятно, во-первых, что... Малика, где ты? Свечку возьми, посмотри, Малика. Что это лицо, а? Малик, ты здесь? Малика не обижается. Две минуты постой. Да. Живет. Живет. И всегда ставит перед собой определенную цель. Независимо, это будет мальчик или девочка, первенец. Первенец, как Моисей. Первенец. Ну, я не буду говорить об истории. Это первенец. Сегодня мы присутствуем вот на торжестве, где только сердце, только душа радуется. Я скажу вам, от души мы все радуемся. Спасибо. Всегда приятно, когда в твоем вот в огороде, да, в твоем саду, когда вырастает роза, и эта роза отвечает твоим требованиям. Толик хотел, чтобы дочь его, первая дочь, была юристом. И мне кажется, сегодня это первая капля, которую мы сегодня видим. Я думаю, что эта первая капля выльется в целый водопад. Я от всей души радуюсь вместе с моим бодяжкой. Спасибо, брат. Как сказал Акбар, я радуюсь. Почему радуюсь? Потому что для нас, братьев, я считаю братом. Спасибо. Спасибо. Может быть, он считает бодяжкой, а я считаю братом. Спасибо, это честь. Акбар здесь сидит, здесь Толик, Азамака, здесь Ильхом. Он брат, тот тоже брат. Это не брат. Это по родству, так сказать. Здесь есть Миша. Да, Миша. Первая половина речи. Сейчас первая будет, потом вторая, потом третья. Первая половина. Малика, дорогая, я хочу, я желаю, чтобы вот ты первый этап прошла. Первый этап – это этап поступления. Второй этап будет – учеба. Поэтому я говорю, что вы знали. Малика, эти 4 года будут очень сложные. Поэтому тебе придется трудиться. Трудиться, трудиться и трудиться. Потому что этот университет мало того, что знаний требует, требует еще немножко сверх того усердия. Плюс бедные плечи отца. Да. Ну вы знаете, о чем я говорю. Да, да, все знаю. Все почувствовали. Это первое. Малика, я хочу,
Вот ты этот барьер перешагнула. Ты моя дочка. Этот первый барьер перешагнула. Следующий барьер это очень тернистый будет. Очень тяжелый будет, тяжелый. Потому что очень много литературы, и юридической, и так далее, и так далее. Это все, я думаю, что ты это все перешагнешь. Потом будут госэкзамены, закончишь. Потом ты будешь, как папа хочет, юристом, и так далее, и так далее. Малика, здесь... Вот ты перешагнула этот барьер, здесь уже, после этого барьера, папа и мама твои будут фундаментом. Здесь уже требуется твое утверждение. Здесь тебе придется работать, работать и работать. Я прошу прощения, может быть, немножко много говорю? Малика. Я почему говорю? Потому что я работаю в этом университете. Пара 45 минут. По-моему, много. Эту кухню знаю. Титаник там тоже, давай. Титаник, ну что? Сейчас, одну секунду. Малика, я думаю, что вот этот барьер ты перешла, а дальше барьеры. Папа есть. Есть дяди, есть почё, да? Которые есть будут тебе помогать. Вот есть великолепные дяди. Потому что все это свои не волнуйся. Поздравляю тебя от всей души. От всей души. В твоем лице я поздравляю. В твоем лице. Шахнозу. Ну хоть. Немножко пути пересеклись, но Шахноза – это наша внучка, наша племянница, это наша сестренка, да? Мы все радуемся этому. Мы радуемся тому, что поступила Азиза, Гафур поступил. Это общая радость наша. Теперь второе. Теперь ты свободна. Конечно. Оставляю, перехожу на третий. Потому что слишком долго. Этот, Миша. Титаник уже сдох. Черт, с этим. Просто трудиться в Титанике. Когда такие друзья уезжают, просто обидно. Во-во-во, другой. Одна из семья. Может быть, мы не так близки были, дядя Юра. В каком смысле? Ну, я знаю дядю Юру вашего сына. Вы воспитали прекрасного сына. У вас прекрасная невеста. У вас прекрасные внуки. Дядя Юра, вот сегодня, когда я пришел, когда сказали, первый тост, второй тост сказали, я сидел... До меня не доходило, честно говоря. А потом я говорю, а почему такой вопрос? Оказывается, время не остановит. Для Толика это будет невосполнимая потеря. Это не потеря. Он там, Толик здесь будет. Но во всяком случае... Место Миши никогда дядю Юра никто не заменит. Дядя Юра, я очень много друзей потерял. Я Мишу уважаю. Все правильно. Акбар. Сейчас я закончу. Скорбно лицо должен. Да не, ну правильно, от души говорит человек, что ты сам. Просто иногда тарелка разобьется, да? В телевизии.
6 тарелок, одной тарелки не хватает, это уже 5 тарелок. Я не вижу. Это плохо. А это живая душа. Душа, которая... Мы были свидетелем, то, что делал этот человек. Тетя Мира, дядя Юра. Честно говоря, я желаю Мише, семье Миши, вашей семье благополучия. Прежде всего, немножко счастья, немножко, много не надо, чтобы вы были живы, здоровы, чтобы вот эти дети, которые сегодня вот здесь вот танцевали, это ваши цветы. Цветы вашей жизни. Лучше пить водку, чем кока-колу. Чтобы Миша, когда вот так вот, как дядя Юра, вот так вот вы гордо сидите, чтобы Миша вот так вот сидел, видел плоды своих трудов. Мир, счастья, благополучия вам. Спасибо. Olha cara, faz lá que vai. Provo lá, mano. Na fora três. América. Коллега. А что, белые люди, что ли? Ну, конечно. К Америке готовят. К Америке? Вас там не ждут. С животами там никого не ждут. Никого. Конечно, ты. Золотой не сдаёт. Ахмат. Всем. Thank you.
Thank you.
Тамада хозяин. Сегодня за этим столом собрались все близкие друзья, близкие наши дети. Все-таки успешно закончили учебу, получили специальность и работали на всех должностях, которые они вот выбрали себе. Пожелаем им попутного ветра, всех благ, чтобы они учебу проучились, все вот эти вот невзгоды, все вот эти трудности прошли с достоинством. И все-таки несли высоко свое имя, имя всей семьи. Хотелось бы, чтобы они все-таки были счастливы и нашли себя в этой трудной жизни. За это я хочу. Дополнение. Что в следующую субботу. Хорошо. Хорошо. Ну, спасибо. Наш Ахмат. Миша, что... Я не наш Миша. На следующую субботу тебя приглашаю. Вот что он сделал. Мы там все договорились. Особо будет пригласительные билеты. Да. Оля. Хамзон, А что, пригласительный билет специально нужно будет? Специально пригласительный билет.